отчестве Лангольф, 1905 года рождения, проживающий в селе Кинт Унтервальдерского района Немецкой Поволжской республики до октября 1941 года. Написано мной, записано мной. В 1923 году Эмилия вышла замуж за односельчанина Дер Давида Давидовича. У нас сейчас у меня внук, он уже в 9-м поколении, Давид, Дер Давид Давидович, сын, муж. И он был коммунист, отец моего Давида, он был коммунист, председатель сельского совета, Силакин. У них родились дети, это 7 детей. Когда 37-й год был, то председатель, коммунист в немецком селе, он помогал тем, что успевал написать справку, что когда приходил бумага, что арестовать такого-то, он быстро торопился скорее предупредить, и человек мог скрыться каким-то образом. Значит, так как он давал вот такую справку, выезд и выезжай, очень было сложно. Они были репортированы из Краснодарского края. Дорога из Красноярского.